хозяйка искала свою собачку, сказала, что да, здесь ее током стукнуло, она завизжала и убежала куда-то. Другие собачники сообщили Ларисе Кравченко, здесь, в уютном благоустроенном скверике, их любимцы получили удары током. Если крупным собакам удалось справиться с болью, то мелкие перенесли ее тяжелее. Одну из них по кличке Доли хозяйка разыскивает до сих пор. Собака Гуляя, ну вот здесь вот рядышком с фонарем, просто мимо, даже вот, то есть не касаясь этого фонаря, на землю ступая, визг жуткий. То есть ее начинает трясти, вот визг жуткий, видимо, от боли. Теперь владелица красавца Мастино Неаполитано на выгулке обходит опасный участок стороной. Бьет током именно у недавно установленных опор освещения. Мы обратились в обслуживающую организацию, руководитель горсвета пообещал принять меры. Все, ладно, проверим. То есть сегодня направить туда специалистов? Конечно, направлю, да. Пока угрозу не устранили, Лариса Кравченко решила сама обозначить опасное место, повязать на деревянные колышки красные ленточки. Ну, конечно, это малое, что я могу сделать на данный момент. Вот. Но, может быть, кто-то услышит, увидит, знает, что здесь бьет собак очень сильно. Татьяна Каранаева, Петр Греков. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.